12 верасня адзначаецца прафесійнае свята беларускіх следчых. Сёння сярод асноўных задач камітэта выяўленне парушэнняў заканадаўства, прычын іх узнікнення і прыняцце мер па прадухіленні такіх парушэнняў у далейшым. З нагоды свята сёння ў Гомелі прайшлі ўрачыстыя мерапрыемствы, якія наведалі нашы карэспандэнты. С присяги супрацовника следшего комитета. Клянусь оборонять правы и свободы громадян, интересы громадства и державы, змагаться с любыми порушениями закона, кто бы их не здейснил. Коли я порушу эту урочистую клятву, то нехай меня не постигнет суровое покарание закона. Следший комитет был створен у жнивни 2011-го. По сутности, именно с гэтага почалася коренная реформа белорусской правоохранной системы. Тады на службу у новую структуру перешли супрацовники структур Министерства внутренних справ, прокуратуры и органов финансовых расследований. Сегодня новых юристов рыхтуют у высших навышальных установах. Причем для того, как стать супрацовником комитета, необходимо отповедать достатково жестким потребованиям. Мое личное мнение, следователям нужно родиться, не просто учиться или постигать какие-то знания, получать в университете или уже на практике. Вот. Нужно иметь тягу к этой профессии. Необходимо иметь, конечно же, ряд качеств, которые просто не могут не присутствовать у следователя. Это терпение, усидчивость, аналитическую какую-то составляющую. Только в этом году подразделениями следшего комитета по Гомельской области узбуржено свыше 10 тысяч криминальных справ. У первоважной большинстве это так званое майомостное злочинство. А проша того, только селета следшими унесено больше к 3000 представлений об ликвидации порушению закону, которые соденешили учинению злочинства. Сегодня у актовой зале управления следшего комитета Республики Беларусь по Гомельской области многие из тех, кто унес значный уклад у захования национальной безопасности страны и в качестве признания заслуг узнагороды от Гомельского облвыканкама и гарвыканкама, а так само правоохранного блоку, гоноровые грамоты, подяки и медали. Плюс нагрудные знаки службам закону, народу, айчине и за заслуги. Сегодня каждого сотрудника следственного комитета можно назвать сапраўдными профессионалами у своей сферы, которые отказно и серьезно относятся до справы. Люди, которые добро разумеют, что от их компетентности и объективности залежит не только престиж службы, але и лёсы людей. Я хотел бы поблагодарить коллектив управления Следственного комитета по Гомельской области за достигнутые результаты профессиональной деятельности. Основная заслуга, на мой взгляд, принадлежит здесь простым следователям, работающим на местах. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать руководителям смежных силовых структур Гомельщины, без взаимодействия с которыми невозможно обеспечить должный уровень выполнения поставленных перед нами задач. Всем своим коллегам я желаю дальнейшего развития, профессионального роста, успеха, благополучия и здоровья. В рамках святкования профессийного свята областном управлении Следственного комитета провели экскурсию для наученцев правовых класса 56-й Гомельской гимназии с демонстрацией специальной техники и наведыванием службовых помешканий. Не выключено, что некоторые из них праз несколько годов снова придут в этот будинок, але уже у якости супрацовников, как так само оборонять людей и змагаться с любыми порушениями законодательства. Олег Сюнтюро, Марина Севриянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».